Жиган продолжает путешествовать по зоне. Впереди его ждет множество новых заданий, которые необходимо выполнить. Если ты здесь впервые, то посмотри с самого начала, ссылочка на пулист имеется в описании. Также не забывай про лайк, также про подписку на канал, ведь ролики по золотому шару поддерживаются хуже, однако проходить я его хочу. Ну а я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Ну что, друзья, целых 3 дня не было золотого шара, я, конечно же, в этом виноват, признаюсь. Честно, мой косяк. Буду исправляться. Я, конечно, начал, опять же, играть в Anomaly. Забыл о том, что я тоже не ютубер по Anomaly. На самом деле, я просто хотел выпускать по 2 ролика в день. Но, как бы, не вышло. Не вышло, я человек занятой, как и вы, кстати. И нет, пока что у меня такой возможности. Увы и ах, но, в общем-то, для тех, кто ждал Anomaly сборка EFT, прохождение будет, но в виде стримов. Как вы сможете найти стримы на канале, потому что я их не оставляю на главный канал, это губит алгоритмы и так далее. В общем, в чем суть? Вы заходите в пулист EFT, да, зашли, вот прям сейчас зайди, зашел, да? Там есть первые 3 серии в виде роликов, остальные там будут в виде стримов. В общем, твоя задача просто, не знаю, там, ссылочку на плейлист, либо сам заходи на плейлист и смотри первые 3 ролика, да, ты надеюсь, уже их посмотрел, и затем уже смотри стримы, если тебе это реально интересно. В общем-то, да, ну а так, золотой шар все-таки в приоритете, это сюжетный мод, который очень интересный, поэтому мы продолжаем его проходить, и я целых 3 дня не играл, и очень много чего забыл. Так, давай постепенно, я, кстати, читал ваш совет, и первый совет это по поводу крыс, я вот сразу вот сейчас вспомнил его. Я, кажется, какую-то крысу на своем пути долбанул, и как бы они сейчас на меня агрятся. А можно их просто перебить, кстати? Ну просто эти 3 крысы, чё мне их завалить, чтобы не мешались мне? Ладно, фиг с ними. Вот. И советы я ваши читал, если что. Итак, жук-муравейники, поиски. Это из дневника. Да, надо найти, получается, 3 членов, ну уже да, 3 членов, как бы 2-го, 3-го, 4-го группы, понятно, да? Это сюжет со Степкой, по-моему. А Степка, он шляется в блок поста, какой же ты бессмертный. Так, не все это золото, это детали для оружия, я помню. А, кстати, если мы смотрели предыдущую серию, то посмотрите, ссылочка на пулист была в подсказке, есть в описании. Тоже интересный мод, довольно-таки золотой шар, чекните сначала, а то не понимаете, что тут происходит, наверное. Без вести пропавший, найти Макса Камерера, это с куклой квест связано, я думаю, что это не скоро будет у нас, учитывая, что он в какой-то лаборатории. Дань уважения, это ночью мы сделаем, в принципе, все. Квестов больше никаких тут, кстати, нету. Мне рекомендовали. Так, выполненных провальных нету. Так, подожди, дневник личный, ага. А, все это мы читали, все это понятно. Так, как сейчас будет тяжело это вспоминать? Вот поэтому я и хочу играть каждый день золотой шар, чтобы не было такого, что я там позабуду уже до хера чего. А мне тут рекомендовали надевать маску на голову тут вот, или бошку на голову. И тогда я смог видеть какие-то тайники, типа. И эти тайники выглядят в виде могилы, и могилы эти копать. Вот это оно, но это же оно и есть. Ну, конечно, сейчас попробую надеть, подожди. А как надо? Маску можно голову надевать надо. Ну, давай. И что? Ничего не поменялось. Мне кажется, что у нас это... И так все нормально, и без этого. Ладно, снимем нафиг эту маску, к черту. Молодец. Я молодец, да, я знаю. Так, давайте что-нибудь покушаем. Сухарь, ржаной сухарь. Поешь ржаной сухарь. Воды давайте наберем. В том числе. У вас никаких квестов пока нет почему-то, кстати. Я вот не знаю, чем мне даже дальше-то делать, потому что пока что как таковых прям квестов нету. Вот прям активных, прям, которые я могу пойти и выполнить. Нужно найти маску на свалке с агропроме, но это понятно. А, надеть маску на свалке агропроме найти, ну, понятно, да. Да не уважение, я тихо. Ну да, надо, наверное, сейчас идти поспать и уже выполнять этот квест знание уважения. У нас спальный мешок есть? Нет, спального мешка нету. Я планировал просто проскипать это время путем геймплея, то есть я играю, да, и вот ночь наступает, и я выполню. Но, видимо, так и будет, потому что нет у меня никакого спального мешка нигде, спать тут нигде нельзя. Все, я закончу свое вступление, если что, поехали играть. Сейчас пробежимся по всем челикам еще раз. Так, это наши вещи, расскажи о себе. В принципе, мы это тоже чекали, все, и с этим все понятно. Кстати, этот артефакт, хрусталь, который... А где мы его взяли, я забыл? А, мы в тайнике, да, наверное, нашли. Блин, вот капец, я тебе говорю, вообще, это так сложно сейчас играть. Короче, где-то мы его нашли, я помню. А, нет, мы его нашли на остановке в тайнике. Да, все, начинаю потихонечку вспоминать все это дело, все понятно, давай. До связи. Единственный человек, с которым мы не поговорили здесь, так это изгой. Вот изгой, этот чел. А куку про него нам рассказал очень интересную информацию. Сейчас давайте-ка тоже я сейчас чекну ее. Так, ящик. А че это я его не разбил-то? Патроны. Я же разбивал его. А, я, наверное, переигрывал, не разбивал. Ладно. Кого-нибудь ждем? Этот парняга на самом деле здесь не просто так торчит, а потому что влетел на крупное бабло и решил спрятаться. Но был найден. Теперь он отрабатывает долг уже здесь, забирая и переправляя хабар. А чтобы снова никуда не свалился, он за ним присматривает, потому что тоже в доле. Да, это мы читали, ладно. Как поживаешь? О, да, отлично, это квест, окей. Эх, Жиган, устал от мяса местных кабанчиков и разных собачек. Хочу какую-нибудь человеческую еду. Да хотя бы консервы. Можешь принести? А, давай.
Консервы тебе принести, чел. Ну, я не знаю, ладно, потом соберем. Так, я тут голову тушкана нашел. Жирный ублюдок был, наверное. Дай-ка позырить. Ох, вот это клыки. Отдай мне эту морду, а? Я давно мечтал чем-то дома похвастаться. Если вернусь, конечно. Забирай. Сколько за нее дашь, кстати? С деньгами проблемы. В долгах я. Давай меняться. Ты мне эту морду, а я тебе. Кожаные берцы. Новенький. Муха не сидела. Ну, по рукам, ладно. Кожаные берцы, ботинки, разведчик. Погоди, что за ботинки такие? А их можешь как-то надеть? Серьезно, можно. Ху, ботинки разведчика. Для защиты ног, независимо от одетого костюма. Ну, хорошо, спасибо. Что это у вас за отношение к погибшим, я не понял. Ась, я говорю, чего это ты рядом с собой у костра чуческие останки лежат непогребенными? А ты сидишь, как будто так и надо. А, это Кирюха. Наш, так сказать, талисман. Когда я в этот дом впервые вошел, то он здесь так и сидел. Неизвестно, кто это был такой и почему его не похоронили. Мы решили его не трогать, потому что, ну, скажем так, не хотели проявлять неуважение к хозяину, понимаешь? Хе-хе. Я с ним разговариваю иногда, если скучно становится. Кирюха, говоришь? Я тут как раз нашел ПДА какого-то Кирилла. Где? ЗТП на дороге, там еще чьи-то вещи рядом валялись, фонарик, куртка, еда. А, да, было такое, с ней чокнуло, это странно. Погоди, давай-ка я его прочитаю, раз такое дело, это КПК Кирилла, да. ПДА не работающая. Ну тогда окей, так, еще раз давайте. Ага. И что за инфа в нем? Он не рабочий. Странно, странно. Мы ведь почему его Кирюха так кличем? Я когда в этот домик заселился, в печке обгорелый блокнот нашел, а на обложке сохранилась надпись «Кирилла Татьяны» или что-то такое там было. Я вот и подумал, что... Ты понимаешь. Так что мы с ним ПДА теперь делать? Дай-ка взгляну на него. Нет, да, но уже не прочесть. Память повреждена. Значит, это останется загадкой. Вот что. Надо все-таки эти останки похоронить, как положено. ПДА, дай мне. Тебе он все равно без пользы. Забирай. Так. Когда куку смеется, мне еще подсказали, значит, дело хорошее действие. Когда плачет, она типа все херово, я дурак. Так. Но это наш единственный квест, кстати, сейчас остается. У нас тут больше реально дел больше никаких нету, типа достать тушенку. Может быть, тут с тушенкой связано, тушенку ему отдам, и какой-то диалог еще появится. О, кстати, детектор аномалий. Давайте-ка его повесим. Это что такое? Дозиметр. А, типа он весь вешается это, ну, поочередно. Блин, жаль, конечно, не в один сот, но ладно, так, бинокль давайте вместо детектора. Нет, без разницы, на самом деле лучше, наверное, детектор все-таки, да? Так, нет, детектор. Убери его нафиг, не позорься. А у тебя тушенка есть какая-нибудь? Нет, так, это тушенка или что? Плавленый сырок, это порох у него. Нет, тушенки я у тебя, кстати, не вижу. Подшипник можно купить у него, ибупрофен. Ну, слушай. Все, наш единственный квест сейчас остается, это действительно вот пойти и... Можешь могилу пойти покопать, кстати. Хотя, опять же, как это скажется? Могила вон есть. Но, по-моему, мне еще писали о том, что если ты могилу раскапываешь, то у тебя репутация падает. Не знаю, как это вообще там связано, правда это или неправда. В натуре, давайте-ка пойдем могилу покопаем где-нибудь на элеваторе, вот тут вот сходим. Потому что, типа, ну что нам еще делать остается? Единственный квест остается вот это тело похоронить. У этих дурачков диалогов пока нет никаких. Значит... Вроде мне никто не писал, что я там что-то не так сделал, не в той последовательности, мод не сломался. Надеюсь. Вот. Так что давайте начнем. Но мне, кстати, еще что-то подсказали по поводу головы, что типа она подскажет тебе, где хороший, типа, хорошее место для могилы. Давайте делаем так. Если в могиле действительно у нас будет что-то полезное, я... Окей, окей, все хорошо, я заберу. Да, это будет врон репутации, но все же. Точнее, к карме. Если же там будет плохой хабар, я перезагружаюсь. И нафиг мне оно надо, правильно? Ради чего? Репутацию... Тьфу, какую репутацию? Карму свою портить. Вон, первую могилу вижу. Тут везде аномалии, жесть. Ну а что ты хотел? Зона отчуждения, как они... А, мне показалось, что это из этой, из могилы свет у нас. Все-таки зона отчуждения как-никак. Так, давайте, лопатка у меня есть? Используем. Поехали, что у нас тут будет? Мне сдается, что все идет только хуже и хуже. Вот, кстати, это плохо, что так кухо мне сказала сейчас. Окей. Что ты видишь? Я уже ничего, ничего не вижу. Дай советы. У тебя были свежие. Понятно. Мысли? Что мы должны сейчас сделать, это тоже понятно. Ну и все. Патроны. Это что такое? Наобный фонарь, кстати. Порох. А, ну я не знаю, честно говоря, надо мне это или нет. Ну-ка. Молчит. Да, это в точку. Нет, говорит все-таки что-то. Ну, я не знаю, вот может быть это хороший хабар, типа. Ладно, я просто не знаю, какой вообще хабар может быть, но наобный фонарик не нужен, патроны тоже, скорее всего, пригорятся. Если ствол на YouTube, будет здорово. Так, наобный фонарик. А, так у меня есть наобные фонарики. Тогда зачем мне могилу сейчас копать эту? Не, ну по факту, то это, ну, давайте-ка я отгружусь, наверное, вот сюда куда-нибудь. И нафиг эту могилу, потому что ничего прям сверхполезного мне не нашел сейчас. Какие тут еще есть места? Кстати, тайник.
А, хабар Сноудена. На ТП нам пока путь закрыт, там что-то какой-то контролер завелся, походу, либо что-то еще. Кстати, насчет контролера, что-то не понял. Нам об этом новички не рассказывали. Так, ладно, пошли на элеватор, там есть могила, как раз таки этот хабар Сноудена. Знаешь, мне что-то подсказывает, что этот хабар Сноудена, это, собственно, есть тот тайник, который я уже обыскал, честно. Поэтому вряд ли что-то полезное тут найду. Конечно, сейчас есть смысл обыскать, хотя подожди. Ну, метка почему-то стоит как-то чуть-чуть в другом месте, согласись. А вот в натуре. Так, подшипники 4 штуки, спички, булыжник, кого? Какой-то булыжник нашли. Эта штуковина не является артефактом, но при тщательном осмотре можно понять, что происхождение связано с деятельностью человека. На поверхности видно полустертую надпись ГОСТ, превращается в артефакт при некоторых обстоятельствах. Ну то есть, надо что-то сейчас там сделать. У нас же есть такая фича, с помощью этого пульта мы там нашаманили себе. Она на кнопочку 7 у нас, да? Так, каменная группа. Щебень? Нет, это не то, видимо. Или нет, или то, растительная группа тоже не то. Бля, вот эта вот штука, по-любому какая-то интересная, кстати. Надо, мне кажется, детально разобраться с этим. Чё? Там какая-то метка, что ли? Еще какая-то метка. Так, погоди, это все, конечно, прекрасно. Мужик, помоги, меня здесь заперли. Чего тебя здесь? Нет, без музыки тут кто грустно. Кто тебя тут запер? Так, ладно, могилу раскопаем, посмотрим, что тут мне будет. Сдаётся, всё идёт только да, хуже. Да, да, хуже и хуже. Нож нашли вот такой. Армейский нож и мини-ремкомплект. А это что такое? Микстура. Меня называют это микстурой, но, судя по всему, в бутылочке вакцина от неизвестного вируса под названием чернобыльская чума. Не, ну это надо забрать. Я какую-нибудь дрянь подхвачу, и все капец. Плюс ко всему, у меня какой ножик? Нож расстояние 1,6 метра, а у этого сколько? 1,8. Вот, наш этот нож будет получше, все-таки новенький нож. Ты чё так носишься-то, ёб твою мать? Это жесть. Ох, маленько я зацепил себя, конечно. А что за мем это делать, кстати? Я не особо агрится на меня. В принципе, они как-то ходят тут просто и все. Там просто метка есть на элеваторе, да и как бы я сам его обыскал бы. Ну, был бы не против. Так. Тут у нас челик с меткой... В натуре волк, что ли? Подожди. В натуре волк, ладно. Нет, понял. Так, давайте как-то я тут аккуратненько пройду. Вы не агрится на меня, надеюсь? Не, вроде им похер, кстати. Нет, ладно, это была плохая идея, согласен. А как тогда? Ну тут, в принципе, можно, мне кажется, схитрить, просто обойти. Главное, к ним близко не подходить и не агрить, видимо, этих сестранцев. Так, что у нас здесь? Какой-то ученый валяется. Я уже ничего. Она ничего не видит здесь, к сожалению. Так, давайте-ка быстренько разобью. Это что такое? Это текстурка дефолтная, понял. А тут же, по-моему, должна лежать это... Куртка, не? Тихо, родные, нахер, идите, пожалуйста, от меня. Я не хочу с вами тусоваться. О чем я в дневнике заметка, да, появилась? Инфа Маркова. Да подожди ты, волк. Подожди. Давай я залезу куда-нибудь. Так, инфа Маркова. Я, кстати, не прочитал. Так, инфа Маркова, задолбали меня эти кошмары по ночам. Надо отвлечься и заняться чем-то сторонним. Например, я давно хотел получить образцы возбудителя так называемой чернобыльской чумы. Получу образцы вируса из места обитания зомби для того, чтобы иметь наличие материал для исследования. Судя по наблюдениям, логово этих существ находится в сарае заброшенной мельницы. Действовать надо осторожно, пока меня не... Чё вы делаете, ребята, чё надо... А, тут везде мочалы, ну понятно. Бляха... Не, мне кажется, надо убить по-любому. Я не могу дочитать, подожди, дай дочитаю. Пока меня не будет в лагере, любопытные солдаты могут снова полезть в холодильник, чтобы посмотреть на голову мутанта. Надо закрыть ее на ключ, а его положить в личный ящик. Кот к нему. А, это вот тут что ли? База есть. Так вот, что это за база такая? Ты это ученого, оказывается? Не, нормально, он. Ну конечно, собак загрю. Потому что собаки впрягаются, да, за зомбей. Там бедный волк уже весь истонался, но я его понимаю на самом деле. Он просто не знает, что у меня тут зомби. Тихо. На тебя в голову. Не, ну они хотя бы валятся, кстати, хорошо. Так, что ты встал-то? Так, подожди, ты заколебал флексить, что такой дерганый? Так, кого-то я убиваю, главное, с первой пули, а кого-то нет, тоже странно. Я убил? Мертв, вот. Да. Безмозглый болван, но дерется хорошо. Упит с размаху по голове и руками, постараюсь покалечить. Но вот зомби, я не знаю, ваши руки соберу, конечно. По-любому кому-то пригодятся. Да даже на продажу на самом-то деле. Так, там еще какая-то метка. Ну подожди, давай постепенно все делать. Я знаю, что хочу найти. Найти то, что искал этот ученый здесь. Тут есть что-то? Или он просто туда ради любопытства какого-то пришел, сказал, там надо отвлечься, все такое, как бы. Может быть, он просто хотел эти руки добыть для себя, так скажем. Нахер иди. Их тут много, кстати. Я еще на ТП этих зомби видел. Вот на ТП их реально много. Здесь как бы еще нормально.
терпимо более-менее. Там штук сколько нас? О, подожди, это оно? Какой-то контейнер или что-то такое? Так, флик в голову, а? Нет, не получается, конечно же. Не подходи ко мне, черт поганый. Нет, все-таки обалденно. Так, что это такое, подожди? Нигде что-то нашли, нет. Кстати. Тихо-тихо, зомбу там за мной уже прям... Ага, я косой. А, ну, дурак, дураком я. Причем, знаешь, это похоже на тот контейнер, который я у туриста нашел прям. Что есть такое? Так, ну ты... Нигде больше такого. Ты либо нахер иди. Ну так, ну, не, надо, чтобы они остановились. Так по ним попасть очень сложно. Вот, вот так хотя бы, да. Так, ты умер? А вот они. Мертв, все, классно. Тихо, тихо. Не, ну забей, фликать не получается самопал, потому что ну, слишком сложно это сделать. Так, он спокойно пока идет, я его завалю. А у него вообще какой-то есть износ? Не, он вообще это, ну нормально, балуйно. Без износа. Так, он здоров. Ну конечно здоров, я по нему не попал нихера, потому что... Так, тихо, тихо. Ну слишком далеко, согласен, ладно. На такую дистанцию он убить не способен. Не надоели, вы будете медленно ходить? Или вообще лежать лучше, все. Минус один. Тут еще эти мочалы ссаные. Тут где челик, вот же он. Ах, косой, ладно, добьете с пестика, наверное. А, кстати, с пестика он нет-то. Не с первого убивается, на удивление. Так, тихо-тихо-тихо, погоди. Ты здоров, но это ненадолго. Аккуратно отходим, ты только не беги за мной. Побежал, побежал. Все, до связи. Да ты что ты говоришь-то, ну? Все, всех завалил. Контейнер заберу. Чё за контейнер только, погоди. А, это аккумулятор? Нет, это не аккумулятор, погоди, мы же... Или аккумулятор? Нет, мобильный аккумулятор, это не оно же. Это он или что-то? Просто иконки очень похожи, как бы сложновато судить. Допустим... Ну, подожди, вроде похож на аккумулятор, но... Я просто вышел, что это аккумулятор, который кукла просила найти. Короче, подскажите в комментариях, ребят. Я знаю, что да, я где-то невнимательный, но вроде он. Просто реально иконки-то похожи. Это мобильный аккумулятор. Ладно. Нашли, нашли. Главное, что мы забрали, короче. Если что, потом пригодится, надеюсь. Это ведь главное, правильно? Давайте, короче, их полутаем. Не знаю, зачем. Пригодится мне это, не пригодится. Как я сказал ранее. Но я чувствую, надо забрать. Так, волчара, все, я со всеми разобрался здесь. Пить хочу чуть-чуть. Попей воды. Слегка. Так, и теперь говорим с тобой. Нужен ключ. А как я тебя ключ найду? Мужик, а столько к тому же поговорить? Вот же он стоит, да? Здоров, да ну нафиг. Эй, мужик, помоги. Ты кто такой, что здесь делаешь? Я новичок, недавно в зоне. Рыскал по местностям, думал уж чем поживиться. Зашел этот сарай, меня здесь закрыли. А закрыл, а кто именно? Сам не знаю. Слушай, помоги мне выбраться. Я тебе все подробно расскажу, окей? Если тебя закрыли здесь, то возможно было за что. Ну блин, мужик, ты подозрительный. Ладно, так и быть, расскажу. Я сюда зашел, потому что артефакты искал. Начал шарить здесь, как вдруг слышу голоса, шаги. Выглянул в окно, а к дому идут несколько человек в военной форме. Вернее, не идут даже, а крадутся. Я хотел через запасной вход, а он закрыт оказался. Пришлось мне в углу затаиться и ждать, что будет дальше. Продолжай. В общем, зашли они и стали типа как совещаться. Такие вещи вспоминали, просто жуть. Например? Например, про смысл желаний говорили. Слыхал о таком? Вот тут дай поподробней. Сначала помоги мне выбраться. Эти незнакомцы могут вернуться в любой момент. Что мне надо сделать? Двери не сломать, не металлические. Через чердак тоже не получится. Там дрянь какая-то разрослась. Надо ключ достать. А где он? У этих мужиков, которые меня заперли. Где же еще? Я подслушал, куда они собирались уходить. И куда же? Они стали лагерем здесь неподалеку. Надо подкраться к ним и затащить ключ. Затем открыть им дверь. Я буду свободен. Но учти, люди-то серьезные и вооружены до зубов. Так что будь осторожен. Нелегкую ты мне задачку задал. Знаю, но я из их разговоров понял еще то, что вещи свои они особо не охраняют. Так как уверен, что людей здесь или нет, или мало. И где их лагерь? Я тебя помечу на карту. Вот. Постарайся подкраться незаметно и пошарю в них в рюкзаках. Попробую, конечно. Но ты что-то мне вообще сейчас... Спасибо огромное. Какую-то задачку ставишь сейчас играть. Не то, что не выполняю. Помним, он сложный, согласись. Так, ладно. Выкрасть из лагеря. Спасибо огромное. А, так это метка трупа, кстати, я понял. А то я понять не могу, что это за метка. Это метка трупа, да, понятно. А где они находятся? Недалеко. Почему я их раньше не видел, кстати? Так, координаты, метка на тайник. Да, неплохо. Ну, через леску пройти нельзя вроде как. Ой, у меня тут уже херачит, походу. Но я сейчас попытаюсь обыскать этих челиков ближайших. У них у всех есть тайники, кстати. А вот дальше идти я даже не знаю. Надо, не надо. Убьет, не убьет, но перезагрузка, конечно, если что. Но они, кстати, пустые почему-то все. Так, ладно, того я уже вряд ли никак обыщу как-либо. Вот там еще спасибо. Челик есть. А что за тайники у вас? Хабар... Ууу, сколько тайников-то, ёб твою маму. Что это же? Жесть.
У них у каждого что-то есть. Это он даже медикаменты всякие. Богач, богач. Так. Начнем, пожалуй, с элеватора. Раз такая пляска-то пошла у нас. Все-таки тайники тут нормальные порой встречаются. Эх, мне бы какой-нибудь ствол. Вот вообще было бы неплохо. Именно хороший, знаешь, блин, дробовик там или калаш хотя бы, но... Мечтать, как говорится-то, не вредно. Так, тайники. Тут еще такая метка, знаешь, из билдов, что тут это... Надо прямо искать. Никакой точной метки нет. Вот в кустах, наверное, куда на чем мог заныкать. Да. А, нет, не в кустах. Вот этот тайник. Йод, антирад, булыжник, аптечка. Че эти булыжники так это? Популярны, что ли, в зоне? Полдвеса пока все нормально, выкладывать ничего не приходится. Еще тайник находится за элеватором. Давайте сходим. Вот он. Ибупрофен, аптечка, ну да, такие себе тайники, конечно, ладно. Но в целом неплохо, типа не лишние, очевидно. Эти вещи хз кому продавать, правда, но пригодится, наверное. Если нет, выложим, потом может пригодится. Все-таки, знаешь, я хочу рискнуть и обыскать эту могилку. Выглядишь, там что полезного и найду. Хотя тут зомби просто немерено, ну что поделать. Так, крыски нахер, идите, пожалуйста, она еще подгорела слегка. Так, могилка-то где? А, вот здесь, за забором. Сейчас главное, чтобы меня никто не спалил здесь. И не испугал меня, как в прошлый раз это было. Без музыки тут грустно. Так, сейф есть? Поехали, пробуем. Что будет тут? Мне сдается, все идет только хуже и хуже. Итак, ух ты. Ну бляха, ну это не то, это ватник. И у профена и так 7 штук. Не, отменно, конечно. Погоди, какая новая игра. Ну нормальная тема, конечно. Но вот если бы я вначале бы нашел бы, в самом-самом начале, может быть, имел бы до этого смысл, и то вряд ли. Потому что и ватник, и самопал мне дали с самого начала. Так что свою карму ради этого тайника не хочу я портить. Хабар козыря. Пошли посмотрим. Да, это в сколько тут вообще могил? Я тут... А я все могилы уже обыскал. Ну, еще две остались могилки, посмотрим, что там будет. Но... Мне что-то подсказывает, что ничего интересного там нет. Давай-ка сначала с могилки начнем вот этой вот. Посмотрим, что будет здесь. Так, сохраняемся давайте и поехали. Мне сдается, все идет только хуже и хуже. А вот эту волыну я точно оставлю. Охренеть. Пока пестик нафиг, а че еще к ней уши... собака. Документацию какую-то изучить. Да ёб твою мать. Ладно, это же неплохо. Это карабинер. Ёб твою мать. Причем, посмотри, какой красивый. Да ё-май. Хоть на превьюшку ставь. Нет, это, конечно, беру свои слова назад, но тут действительно... Опа. Сейчас, кстати, этих кентов и завалим, да, с этого карабинера. Если чё. А можно на туре их завалить или чешо? Давай на контроле, конечно, подползем к ним, но... Молодец. Я хотел бы это... А, так они нейтральны нам, подожди. Ну-ка, сейв давай сделаем на всякий случай. Они, может, это... Не убьют меня? Подожди, какой я сейв сделал? Мне же там... А, нормальный сейв сделал, да. Ну вот, они спят. Но они нейтральны, понимаешь, это уже хорошо. Сейчас, с черным хлебушком свежим, да с чесночком. Тихо. 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 Так, что нашли? А, вот так, да? Ну, подожди. Я сейчас попытаюсь, короче, обыскать и убежать быстро. Потому что с ними воевать, мне кажется, не хор... Ну, там колспушка была, чего? Вы видели сейчас у него, какое оружие было? Либо у меня шиза, либо это что-то... Чего? Не, не может такого быть. Ну, это слишком жестко было. Ну-ка, если я просто спасибо подбегу... огромное. Просто я подбегаю. Лутаю ваш тайник. И нахер убегаю. И, кстати, они даже не спалили, им вообще похера. То есть они должны меня прям в упор, видимо, увидеть. А че я вообще вот забрал, кстати? Я так что-то не посмотрел. Ну, там, очевидно, были сухпаи, мини-ремкомплекты, которые, кстати, можешь использовать. Че ты делаешь? Кого ты? Так, ремонт брони завершен. Ты дурак, что ли? Зачем? Ладно. Нет, ну, не буду перезагружаться, типа, пофиг, если честно. Нигде больше такого нет. Хотя сейчас, мне кажется, могу пожалеть, но если он всю броню так чинит, это вообще хорошо. И зря я так сделал. Моя броня... Ну, нормальная, все же. Нет, все-таки... Так, давайте, обалденно. Смотрим, что будет здесь. Сейчас прикинь, тебе какой-нибудь костюм дается, классный. Все идет только хуже и хуже. Нет, гитара, походный... Подожди, дозиметр-то у меня есть? Да, дозиметр у меня точно есть, я помню, был такой, да. Это что такое? Сигареты, булыжник, походный ремкомплект, гитара. Ну, я не думаю, что оно того стоило, если честно, поэтому... Давайте-ка я, наверное, оставлю эту могилку. Не буду я его врыть. Опять же, репутация тратится, кукла ругается, мне это не надо. Ну, нахер эту могилу. Так, ну пошли, что могу сказать? А, я тут забыл. Хабар козыря.
посмотреть. Пошли посмотрим. Классно я посмотрел. Наш, кстати, главный герой хочет постоянно сало. Но и говорит, хочу сало, дай сало, на. Возьми. Погоди, стоп. Какой калибр? Каково? 60 пуль. У меня уже есть. А этот тоник... Вот тут, в могиле. Есть еще 60 пуль, короче. И, кстати, эти могилки, они же не рандомные. То есть, тут хабар дефолтный. Ну, то есть, всегда одинаковый. Либо я не знаю чего-то. Так, тайник. Энергетик. Препарат дюрекс, походу, какой-то. Чайник. Спички. Ну-ка. Проверю волну в деле, пожалуй. Херня. Нахер. Ладно. Я не знаю, то ли я кривой, то ли волны как-то... Не это... Не, нормально. Я просто кривой. Мне же надо попадать, опять же, таки уметь, а я-то не умею нихера. Сюда, ко мне. Ну слушай, если что, у нас есть еще этот. Патроны, короче. Не проблема, так полагаю. Так, давайте. Перевяжемся слегка. Пустая. Вот. А что за препарат дюрекс у меня там? Бляха, столько сейчас у меня всего. Ёб твою мать. Сейчас все не разобраться будет. Где дюрекс? Где дикс, дюрекс? Да, да, это оно. Чего у меня 24, чего? Препарата B190. Надо найти торговца. 12 антирадов у меня есть. Надо найти торговца. Не, вообще похоже, надо пойти да, выложиться. Если честно. Мне рекомендовали еще богову не закапывать это. А у меня маска, кстати, с собой. На мне почему-то. Давай снимем нахер, а то еще что-нибудь случится страшное. Я этого не хочу. Слышь, бездарь. До встречи. На. Ключ себе. Так. Теперь с тобой поговорим. А, надо выйти тебе, конечно, воздухом подышать. Ну давай. Молодец. Что ты стоишь? Пошли скорее отсюда. Подожди, разве тебе не интересно узнать, что это за вооруженные до зубов шмыри шляются по зоне? Что тут не ясно? Серьезные люди пришли за хабаром, не видел их оружие, экипировку. Они явно не по кабанам стрелять собрались, а зародились так, вроде бы готовят военный переворот. Здесь что-то не так, и я хочу знать побольше о них. Поможешь мне? Что ты предлагаешь? Сейчас мы спрячемся неподалеку в зоне прямой видимости и подождем, пока они вернутся. А затем посмотрим, что они будут здесь еще творить. Не зря же они так тщательно заколотили эту старую мельницу. Мне кажется, что если кто-то из них спутает нас с зомби и обстреляет, то никто потом разбираться и не станет. Все будет нормально, доверься мне. Главное, не высовывайся. Хорошо? Так. Ну что, ты хочешь реально спрятаться и позырить? А, ну яйца у тебя, конечно, да. Яйца, Лёшка. Нет, блин... Шо, Лёшка? Нет, блин, Машка, да, конечно. Яйца у тебя, конечно, железный волк. Ты только что мог от них умереть. И как бы... Такой, ну почему бы не посидеть, не под... Ну давай посидим, попердим, ладно, чё? А, так они движутся, смотри. Неизвестный. Ну, скриптованное все, конечно. Вот опять же, такой тайминг, да, должен в реальной жизни быть. Опять же таки, в реальной жизни такой тайминг должен сложиться, чтобы ты вот у них что-то выкрал. И потом пришел, вернулся, открыл, ушел. Не, хотя, может, они, конечно, заметили, что у них украли все, опять таки, типа, ой, капец, что делать? Ну, может быть, кстати, это нормальное логическое объяснение будет. Так, давай-ка протянем лучше на всякий случай. И что им надо тут, как думаете? А... Нет, все-таки обалденно. Посмотреть, что делать поз. Что? Ты серьезно? Посмотреть, что делать незнакомым. Прям подойти и посмотреть. Бляха, муха, почему я? Почему я? Почему мне такие задания дают? Ладно. Они делают вид, что не слышат, конечно же, но не особо это и важно. Алло. Вы что это? Закладман мудак, что ли? А так и наркоманы просто, слышишь, они заклады ищут, осуждаю, если что, это все. На ту... Или наоборот, они эти. А, так они закладывают, ёб твою мать. Вот в чем дело-то оказывается, ёбно. Я-то думаю. Вот только наркоманы просто не смогут видеть в двери типа, который на них вот в упор пялит. Ну, они что, надо прям ближе спасибо, к вам подойти? Огромное. Спасибо, ты честно, спасибо, за это не скажешь, если честно. Ну да. Нет, тут походу я наркоман, потому что, ну а как это еще можно объяснить? Так, какую-то флешку мы нашли, но флешку-то я, наверное, узнаю в инвентаре. Так, это оно. Флешка, которая осталась с 3 часов комсов на картоне. Они не вернутся за ней, нет? То есть это... Ладно. Я вернулся. Что они там делают? Не разобрал. Только подошел поближе, что-то сверкнуло, и они все мигом исчезли. Куда исчезли? Куда? Как исчезли? Куда? Может, ты их в аномалию затянула? Нет, как будто куда-то провалились. Кстати, пропали они не совсем бесследно. На полу я нашел вот это. Флешка? А что на ней? Понятия не имею. К ПД она не подходит.
Странно, впрочем, это не проблема, когда в каморке есть компьютер, надо отнести к нему и посмотреть содержимое. Пошли в лагерь. Пошли в лагерь. О, капец, ладно, я этим займусь, друзья, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Еще увидимся, не болейте, потому что серия-то уже такая была мега насыщенная, если честно. Красава, на Манюсе, ну ты лучший чел. Мы отправляемся на...